привет! С вами Китай Маркет, и сегодня с вами Татьяна. У меня посылочка, курточка для мальчика. Куртка шикарная, я в восторге от нее. Заказывала на мальчика рост 116, значит, мы заказали размер 8Т. Идеально подошло, не длинная, не маленькая, не короткая, и рукава. Все отлично, все супер. Хочу вам рассказать и показать, как, из чего и что выглядит. Значит, рукава кожа, кожа-заменитель, скорее всего. Сама курточка из материала флиса, что-то наподобие этого. Я не сильно разбираюсь, но что-то к этому идет. Единственное, что будет, наверное, скорее всего, минус, будет цепляться к нему все ниточки, все такие вот. Курточка на кнопочках. Кнопки надежные, большие. Сверху черный пластмасс. Внутри курточки вкладка из полиэстера. Материал полиэстер. Внутри рукавов то же самое. Даже сами можете увидеть и обратить внимание, что очень качественный пошив. Претензий вообще никаких нету. Запаха не присутствует. На рукавах резиночки. Сзади без рисунков. Еще на рукаве есть вот такая эмблемка. Пришита. И вот здесь спереди, курточки тоже пришита, не наклейка. Кармашки довольно глубокие. Внизу тоже резиночка присутствует. И на воротничке тоже резиночка. Тоже манжетик, как бы тянется, как на рукавах и на низу. Курточку можно носить осень, весна, даже, возможно, в холодную погоду, потому что курточка теплая. У продавца есть два цвета, синяя и бордовая. Так что вы можете заходить по ссылочке посмотреть и заказывать, останетесь также в восторге. Кому понравилось это видео, не забываем ставить лайк, подписываться на наш канал. Ну, на этом все. Всем спасибо, до новой встречи. Пока-пока.